Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги, партнеры. Рад вас приветствовать в огромном количестве на вебинаре по партнерской программе. То есть у нас люди всегда интересуются возможностью получения дохода в наше сложное время, сложный, скажем так, момент для экономики разных государств. Вот. И у нас есть прекрасная возможность каждому партнеру компании Skyway Capital предоставить шанс, да, заработать денег. Вот. Скажем прямо, как это есть. И вы знаете, что заработок денег, по сути дела, это не что-то плохое на сегодняшний день, а деньги являются средствами на реализацию ваших желаний, да, на достижение каких-либо ваших целей, вот, на обеспечение чего-то, что для вас важно в этой жизни. Поэтому деньги, которые предлагает сегодня зарабатывать компания Skyway Capital, они могут по отношению к вам быть в размере там, $2 в месяц, а многие могут зарабатывать и $2000 в месяц и более. Все зависит от тех шагов, которые вы будете предпринимать. Не буду сегодня делать, скажем так, долгую преамбулу в начале нашего вебинара и сразу перейду конкретно к положениям партнерской программы. Предполагаю, что меня слышно и видно. Да? Если вы поставите плюсики, что все действительно хорошо, я буду этому очень рад. Вот. Спасибо вам, Олег, спасибо, Людмила. Вот. Начинаем движение по нашей сегодняшней информации и сразу хочу сказать, что партнерская программа – возможность создать свой собственный бизнес, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на международный рынок инвестиций. И не дожидаясь вывода технологии, разработанной Анатолием Эдуардовичем Юницким, на мировой транспортный рынок. Вот. И в дальнейшем те, кто сегодня примут участие в этой программе, смогут стать, по сути дела, владельцами самой этой компании и получать по чуть-чуть, но с каждого адресного проекта, который будет в своей основе использовать технологию, разработанную Анатолием Эдуардовичем Юницким. Это очень важно. Да? Представьте себе ситуацию, что вы живете в конце 70-х годов, и к вам вместо Юницкого пришел домой Билл Гейтс, Стив Джобс, да, или, скажем так, владелец Amazon.com, или еще целого ряда компаний, которые стали выпускать персональные компьютеры и так далее. Их очень много, вы можете найти историю этих людей в интернете, прочитать о них книжки. Представляете, к вам приходит человек и говорит: уважаемые, если вы сегодня проинвестируете незначительную сумму, там пусть $100, да, то эти деньги через там, 5-10 лет превратятся в $100 000, $1 000 000, потому что те устройства, те программы, которые мы будем разрабатывать, они будут использоваться по всему земному шару. Мы с вами здесь, в нашем проекте, имеем дело с тяжелой транспортной технологией, и, по сути дела, 90% людей, проживающих на земном шаре, даже более, да, каким-то образом касаются темы транспорта. Им надо передвигаться кому-то чаще, кому-то реже. Соответственно, данная технология позволит нам с вами заработать денег быстрее, чем в проектах, где инвесторы приобретали пакеты акций компании Apple, компании Microsoft и других монстров рынка, да, которые сегодня, скажем так, имеют в своей основе там, $600 миллиардов, капитализация компании и выше. У нас все это будет быстрее, интереснее, динамичнее. А если вы сегодня приложите простые усилия, да, будете делать простые шаги, информируя окружающих вас людей о возможности предлагаемой компании Skyway Capital, вы можете стать успешными и богатыми в ближайшие там, 1, 3, 5, 7 лет. Вот. Как говорит Рэнди Гейдж, который проводит вебинары по партнерским программам, компании его нанимают различные, где он дает мотивационную информацию о том, как создавать партнерские структуры. Он говорит: начни свой род с себя. Если до тебя этого не состоялось, да? Вот. Если как бы так твои родители не стали там иметь замок, то построй его сам, и пусть твоя семья будет этот очаг оберегать на протяжении там, многих сотен лет вперед. Итак, коллеги, у нас 6 квалификаций в маркетинг-плане. Партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. У нас есть ситуация, когда человек находится в статусе клиента. Это тогда происходит, когда он просто зарегистрировался на нашем сайте по чьей-либо реферальной ссылке. У него есть доступ в личный кабинет, в котором он может прошарить все углы, найти информацию, которая ему нужна, задать огромное количество вам, как наставнику, либо нам, в отдел информационной поддержки в Москве, либо в техподдержке, получить, скажем так, ответы на свои вопросы и принять решение, инвестировать ли ему сейчас, да, подождать ли какое-то время, потому что, вы знаете, есть люди, которые будут сомневаться даже тогда, когда они будут ехать в Юнибусе, да, они могут вам говорить, что это не Юнибус и что этого быть не может, хотя вы будете связанным его вести где-нибудь, скажем так, от Москвы до Нью-Йорка, как некоторые говорят, и он все равно вам будет говорить, что это не так. Вот. Ну, с такими людьми сложно работать, старайтесь давать информацию всем, кто вас окружает. Тот, кто открыт, тот, кто готов, он примет решение, будет действовать. Человек, который зарегистрировался и находится в статусе клиента, может стать акционером. То есть он может зайти в раздел «Инвестировать», выбрать себе тот пакет акций, который он считает нужным, и в итоге либо оплачивать его в рассрочку, либо приобретать, скажем так, разовые пакеты. По мере продвижения нашего проекта он может докупать эти пакеты, никому ни о чем не рассказывать и по партнерской программе ничего не зарабатывать. Таких людей много. Плохие ли это люди? Нормальные. Потому что они стали инвесторами, они верят в то, что технология будет реализована. И они ждут дохода, начиная с 2017 года, может быть, продать часть своих пакетов акций,
А может быть, ждут уже дивидендов, да, от целого ряда проектов предполагаемых, где будут строиться дороги по технологии Юницкого. Вторая ситуация – это человек, который решил все-таки зарабатывать деньги по партнерской программе, и он стал партнером. Это сделать очень просто. Человек заходит в раздел «Реферальные ссылки» в меню личного кабинета, выбирает инструменты партнера, реферальные ссылки, и у него высвечивается баннер: для того, чтобы данная информация была вам доступна, необходимо подписать соглашение с компанией. Вы нажимаете «Да, согласен», у вас высвечивается договор, вы с ним ознакомливаетесь. В конце внизу договора «Подписать» либо «Согласиться». Нажимая данную кнопку, сайт прогружается, у вас становятся доступны реферальные ссылки, которые вы можете давать своему ближнему окружению, родственникам, друзьям, знакомым, соседям по лестничной клетке, я не знаю, там, бывшим школьным друзьям, однокашникам в институте. Либо вы можете давать эти ссылки реферальные тем, кто появился в вашем, скажем так, окружении недавно посредством социальных сетей. В мире интернета. Да? У интернета нет границ. Каким путем вы пойдете, это ваше право. В принципе, вы можете использовать оба. По этим реферальным ссылкам те, кто разберутся, зарегистрируются у нас на сайте, приобретут себе какие-либо пакеты акций. И в этом случае, когда вы подписали агентское соглашение, компания вам предлагает зарабатывать 15% с первого поколения, то есть товарооборота, который создают люди, пришедшие по вашей рекомендации. Да? 4% со второго поколения, это те, которых привели ваши партнеры. 2% с третьего, 1% с четвертого. Казалось бы, немного, но тем не менее, в принципе, если вы не грезите какими-то мечтами стать крупным лидером по партнерской программе нашей компании, вы можете зарабатывать эти деньги, о которых я говорил. Купил человек на $100 в первом поколении пакет, 15 вам начислят на бонусный счет. Купил следующий там еще на $100, еще 15. Купил на 50, соответственно, 7,5. Ну и так далее. Вы можете рекомендовать каждый день, вы можете рекомендовать раз в неделю, вы можете собирать, скажем так, на день рождения, либо на какие-то празднования людей, которых вы знаете, раз в месяц им про это рассказывать, кто-то из них может купить, вот, и вы будете получать денежные вознаграждения в тот миг, когда люди оплатят какой-либо из пакетов акций. Так, следующая квалификация называется консультант. Вот кто-то написал: говорите погромче. Вы знаете, я говорю громко, и у моих коллег здесь уши закладывают. Вот. Поэтому вроде бы как все в порядке. Все ли меня слышат хорошо? Поставьте плюсики, если все нормально. Итак, коллеги, консультант. Здесь компания впервые вам выдвигает какое-либо условие, а их три. Первое из них, что вы лично должны приобрести пакетов акций нашей компании на сумму от $100 и более. В вашем первом поколении должно быть не меньше двух партнеров, которые сделали то же самое действие. То есть купили на $100 и более. И третье условие, суммарный товарооборот ваш и вашего первого поколения достигает $300 США. Если три условия выполняются, вы становитесь консультантами, и ваш процент увеличивается. 15 по-прежнему будет выплачиваться с первого поколения, 5 будет со второго, 3 с третьего, 2 с четвертого, и у вас добавляется еще один уровень глубины, с которого будете получать 1%. Вот то вознаграждение, которое у нас получает консультант. Следующая квалификация называется лидер, то есть это третья ступенька карьеры в нашей компании. Здесь опять же есть три условия. Первый из них – товарооборот, который вы создаете сами, то есть инвестируете в наш проект, должен быть не менее $200. В вашем первом поколении должно быть не меньше трех человек, которые купили пакеты акций стоимостью от $200 и более. Причем это может произойти как разовой закупкой, так и по накоплению. Там за $60, за 130, потом еще за 15 купил, хлоп, за 200 выскочил. Да? Потому что все суммируется, ничего не обнуляется. Это одно из достоинств партнерской программы компании Skyway Capital. Итак, коллеги, три этих условия выполняются, и у вас происходит следующее. 15% вы начинаете получать, точнее, продолжаете получать с первого поколения. 7, а не 5 со второго. 5, а не то, что было на предыдущем, скажем так, квалификации 3, да, с третьего, 3% с четвертого, 2% с пятого поколения, у вас добавляется еще 1% шестого уровня глубины. То есть поступательный, скажем так, рост, вот, никаких сложностей нет, жесткая привязка, скажем так, выплаты вознаграждения конкретным уровнем. Четвертая ступенька называется мастер. Ну, мастер – человек, который что-то умеет, да, вы согласны со мной? То есть он умеет, наверное, работать с людьми, он умеет создавать партнерские сети. Он умеет донести информацию. То есть, в принципе, звание мастера либо квалификация, она обязывает к тому, что вы уже достаточно опытный человек в нашем бизнесе по партнерской программе компании Skyway Capital. Здесь также есть три условия. Чтобы стать мастером, товарооборот личный, то есть купленных акций у вас должно быть у самого на сумму не менее $1000. Да? И в первом поколении у вас должно быть не менее трех человек, которые достигли квалификации лидер. То, о котором мы говорили буквально минуту назад. Суммарный товарооборот первого поколения и ваш товарооборот, который вы сделали сами лично, должен быть не менее $5000. Когда это условие выполняется, значит, вы мастер. У вас 15% с первого поколения, 7 со второго, 5 с третьего, 4 с четвертого, 3 с пятого, 1 с шестого. И по 0,5% вы начинаете получать от товарооборота с 7, 8 и с 9 уровня. Следующая квалификация. Она называется у нас эксперт. Когда-то, буквально 2 недели назад, это была, скажем так, высшая ступенька карьеры. Сегодня у нас есть еще одна квалификация. Выше мы о ней, скажем,
буквально через минуту. Чтобы стать экспертом, также нужно выполнить три условия. Первый из них – вы сами приобрели пакет Уфакса на $5000. В первом поколении у вас есть два мастера, как минимум. И есть третий мастер, который может быть не только в первом поколении, но и в любой глубине. Важно, чтобы он был в ветке, не входящей, точнее, чтобы он не входил в ту ветку, в которой у вас находятся мастера в первом поколении. Так вот, если у вас такая ситуация сложилась, суммарный товарооборот, если у вас достиг первого поколения и ваш лично $10000, то вы становитесь экспертом, и у вас здесь происходит следующее. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой уровень остаются те же проценты, за исключением с первого поколения вы начинаете получать 16, а не 15%. С 7 по 9 – 0,5. И с 10 по 20 – 11 уровней – это товарооборот, с которых вам будет выплачен в размере 0,2%. Точнее, вознаграждение с товарооборота. Да? Это все, что происходит на квалификации эксперт. И, по сути дела, высшая квалификация маркетинг-плана компании Skyway Capital, она называется топ-эксперт. Вот. Для того, чтобы стать топ-экспертом, сумма ваших личных инвестиций в нашем проекте должна быть не менее $10000 США. То есть это то количество акций, которыми вы владеете. Это очень большое количество акций. Далее, в вашем первом поколении должно быть не меньше трех людей, которые достигли квалификации эксперт. То есть той квалификации, о которой говорили 30 секунд назад. И суммарный товарооборот первого поколения и ваш личный должен достигать цифры $30000 США. Когда это произойдет, соответственно, вы будете получать 17% с первого поколения, 7, 5, 4, 3 и 1 со второго по шестой, 0,5% с седьмого по девятый и с 10 по 20 0,2, как это было, да, до этого, из 21 по 24 уровень, у вас добавляется еще 4 уровня глубины, вы получаете по 0,1%. Вот такая картина. Скажем так, на сегодняшний день пока то вознаграждение, которое вы получаете за свою деятельность, вот эти проценты, которые вы здесь видите, вам денежные средства начисляются на бонусный счет, с которого вы можете их выводить, да, тратить на какие-то свои нужды. Ну, то есть, если вы приняли решение зарабатывать деньги, соответственно, вы их можете использовать в том направлении, которое выберете для себя. Да? Дальше, вы можете на них покупать акции с бонусного счета, вы можете их передавать в личные кабинеты ваших партнеров. В случае, если, скажем так, человек у вас зарегистрировался, только что вы его зарегистрировали, он не умеет нажимать кнопки, он, скажем так, вообще не владеет никакими платежными системами, соответственно, для него интернет что-то страшное, да, то есть как яма с гремучими змеями. Но у него есть деньги, и он говорит, я хочу быть владельцем данного пакета акций. Он вам отдает деньги, вы с бонусного счета ему можете перечислить ту сумму, если у вас ее достаточно на вашем бонусном счете, либо на основном даже. Да. С основного и с бонусного счета вы можете деньги переводить. Акционный счет. Пока еще в том же размере начисляются вознаграждения на акционный счет, и эти деньги вы можете потратить только на покупку акций, которые находятся в личном кабинете каждого партнера на светло-серо-зеленом фоне. Вот. И вы эти пакеты, они так называемые неакционные, можете приобрести в любое время. Просто с акционного счета вы можете накопить там, например, на $1000, да, на акционном счете и купить пакет за 1000, в нем будет большое количество акций. Вы можете мелкими пакетами покупать, если вам там упало $15, взяли с акционного, купили 795 акций, упало еще $15, еще купили 795 акций. Вот. Ну а может быть есть смысл накопить и там больше дисконт на каждом последующем пакете и купить уже больше пакетов. На данном слайде вы видите таблицу, которая вам демонстрирует, какие проценты и до какого уровня получают люди в квалификации партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. То есть ничего сложного нет. Простая таблица с жестким фиксированным процентом, который выплачивается с глубины. Да? У партнера до 4 уровня, у консультанта до 5, у лидера до 6, мастер до 9, эксперт до 20, топ-эксперт до 24. И товарооборот на светло-голубом фоне от $100, начиная с консультанта, до $10000, это ваши личные инвестиции. И от $300 от консультанта до $30000 суммарные инвестиции в акции первого поколения. Вот таким вот образом. Следующее, что хотелось бы еще отметить по партнерской программе. С марта месяца у нас вступили дополнения к маркетинг-плану для тех людей, которые активно строят партнерские структуры и в первую очередь активно расширяют первое поколение. Да? Вы знаете, у нас есть покупка акций в рассрочку. Если вы являетесь нашим партнером и какое-то количество людей приобретает ежемесячно какие-либо пакеты акций, причем неважно какого номинала, да, то вы начинаете получать дополнительные начисления. Представьте ситуацию, 4 человека купило разные пакеты. Вам за них начислили 15%. Пятый человек покупает пакет, неважно какого он размера, вам за пятый пакет начисляется уже не 15, а 16%, а за предыдущие 4 начисляется еще 1%. То есть картина складывается таким образом, что вы за все пакеты получили 16%. Далее вы продолжаете развивать бизнес в течение того же календарного месяца. 6, 7, 8, 9 пакет куплен в вашем первом поколении. 10 пакет купился, за него сразу 17, а за предыдущие 9 еще 1%. Далее 11, 12, 13, вплоть до 19, за все по 17 получаете. 20 пакет, за него 18, и за все предыдущие 19 еще один дополнительно сверху.
Ну и, соответственно, 21, 22, 23, то есть все в пределах одного календарного месяца, отдельными транзакциями, точнее, вы сразу будете получать за эти покупки 18%. Те проценты, что я озвучил, цветные на слайде, 15, 16, 17 и 18, это для всех, включительно в квалификации мастер. В квалификации топ-эксперт и эксперт эти проценты немножко больше. 16-17, да, это переход при первых 5 пакетах, 17-18, вторые, 18-19, третий, и если покупается, скажем так, от 20 и выше, то вы получать начинаете за каждый последующий от 19 до 20, если вы топ-эксперт. Условия действия этого бонуса и начисления. Все пакеты покупаются в вашем первом поколении в течение одного календарного месяца. Несколько пакетов может купить один человек. 1 числа, 5, 10, 20 он купил 4, например. Все 4 вам зашлись. Для получения бонуса учитываются пакеты акций, которые люди покупают в рассрочку. То есть это тоже очень важно. Допустим, в декабре у вас 10 человек выбрали рассрочку и до сих пор платят, скажем так, регулярно, ежемесячно. Соответственно, вы будете получать за все эти пакеты 17% с первого поколения. Вот. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и теми людьми, которые регистрируются у вас сейчас. Вот. И вознаграждение начисляется точно так же, 100% на бонусный счет и 100% на акционный. На данной схеме разобран пример, когда, например, в вашей структуре в течение месяца все люди покупают пакеты стоимостью $50. Это пример, скажем так, корректен до квалификации мастер включительно, потому что здесь не учтены деньги, которые может зарабатывать на 1% больше эксперт, либо топ-эксперт. Если у вас 4 человека купили сначала пакет акций по $50, за них вам начисляли 15%, за 5 и 16 вы заработали $40. Следующий с 6 по 10 вам добавляется еще 45. Следующий с 11 по 19 включительно и 20 потом, да, еще 95. В итоге вы зарабатываете от товарооборота $1000, $180 в виде вознаграждения. То есть 18% за созданный вами товарооборот. Ну и оставшиеся два пакета на рисунке мы еще написали. 18% от 100, то есть еще 2 человека 50, это еще $18. Соответственно, за весь товарооборот $1100 в течение месяца в вашем первом поколении вы получите $198. Это очень здорово, я считаю. Те, кто считает точно так же, можете поставить цифру 5 в нашем чате. По большому счету, это вот та информация, которую я хотел вам донести сегодня. Может быть, быстро тараторию сегодня, но тем не менее, когда я учился, начал в институте, да, после школы, вот, все мои лекторы, которые давали информацию, никогда не тормозили на том, когда я не успевал записывать. Все наши вебинары записываются. Да? Если у вас сейчас возникли какие-то вопросы, вы их сможете написать, я на них отвечу. А для всех остальных просто скажу. У нас есть правила и условия партнерской программы. То есть маркетинг-план накопительный всегда. С самого первого дня сотрудничества с нашей компанией. Квалификационный уровень – это первый, потому что учитывается ваш личный товарооборот, товарооборот первого поколения. Вывод средств для того, чтобы вывести заработанные деньги, на бонусном счете должно быть не менее $30 США, и, соответственно, в личном кабинете должны быть прописаны кошельки, на которые вы можете вывести денежные средства. Условия роста квалификации – ваш личный объем, объем, скажем так, товарооборота партнеров первого поколения. Минимальная сумма инвестиций, позволяющая вам зарабатывать маленькие либо очень большие деньги, это $15 США. Вы можете купить маленький пакет потом, даже не сразу, да, потому что вы на партнере можете получать начисление на свой бонусный счет и в итоге с него даже купить, не вкладывая личных денег, начать движение по нашим маркетинг-планам. У нас нет необходимости подтверждать ту квалификацию, которую вы получили благодаря своим активным действиям. То есть вышли один раз на нее, у вас никто не отберет эту квалификацию и проценты. Высокий процент выплат до 20% от лично привлеченных инвестиций. И от 0,1% до 7% с глубины до 24-го поколения вы можете зарабатывать. Нет ограничения по количеству тех, которые приходят за вами в этот бизнес, то есть тех людей, которых вы можете привести за собой, зарегистрировать по своей реферальной ссылке. Единственное, не нужно устраивать перепись населения всего земного шара. Выберите себе, скажем так, несколько вменяемых людей, кто-то купит пакеты, кто-то потом станет вашим партнером, будет развивать бизнес. Научите их делать простые шаги, возьмите еще несколько человек и так далее. Таким образом, вы будете расширять первое поколение, у вас будет расширяться глубина, и вы будете зарабатывать деньги. Бонусное вознаграждение, как я вам говорил, начисляется в денежном эквиваленте одновременно на бонусный и акционный счет. Ну, вот как бы песня спета, да? Вот, если есть какие-то вопросы к нотам, вот, к словам, которые были в песне, давайте вы их сейчас напишите здесь в нашем чате, а я на них отвечу. Не могу никак откорректировать партнерское вознаграждение, много начислили. И писал, и звонил по несколько раз. Спасибо. Руслан, у меня к вам просьба, вы знаете, ну, столкнулся с похожим примером. Если вы обладаете определенным терпением, напишите еще раз, да, если вам денег переначислили, чтобы специалисты нашей технической поддержки обратили на это внимание. Спасибо за то, что вы честный человек. Вот, побольше бы таких, и вообще этот мир был намного интереснее, ярче, да, и доступен для гораздо большего количества людей. Коллеги, если нет больше никаких вопросов, то я, наверное, откланяюсь. Да, заметили, что сегодня информация прошла для вас, точнее, вебинар живо.
Вот. По три раза, ну, поймите правильно, три раза, конечно, это много. Вот. Напишите четвертый раз. Вообще цифру 4, которую в Китае не очень любят, напишите лучше еще два раза, хорошо? Будет 5. Потому что 4 – это число смерти в Китае. Мы, правда, к Китаю никакого отношения не имеем, но все равно у нас в последнее время стало модно там по фэншую и что-нибудь делать. Мужичков расставлять разных брюхастых, да, в разных уголках земли, своей комнаты и так далее, и так далее. То есть цифры подбирать определенные, монетки развешивать на красных ленточках, карман себе класть, кошелек, чтобы деньги вдруг ниоткуда просыпались, да. Причем люди кладут, но ничего не меняют, ничего не делают, как раньше они делали. И ждут, что им сейчас красная ленточка начнет что-то валиться с небес. Ну, не произойдет. Надо чуть-чуть потрудиться. Благо, это делать несложно. Вот таким вот образом. Итак, коллеги, я вижу, что вопросов нет. Запись данного вебинара будет, вот, на удивление она будет выложена, точнее, как и все вебинары на нашем канале на YouTube. И, в принципе, если вам интересно, если у вас есть люди, которые задают вопросы, и вы считаете, что где-то, может, не донесете информацию, запись данного вебинара можно будет найти на нашем канале вебинаров компании Skyway Capital и давать кому-то, кто просто послушает данную информацию. Да? Если вопросы будут, он может задать их вам. Вот. Либо вы можете, скажем так, подключить вашего наставника, благодаря которому вы пришли в наш бизнес. И он вместе с вами разъяснит человеку все выгоды от сотрудничества нашей компании. Эти деньги, которые он может зарабатывать. Мне осталось вас только поблагодарить. Да? Благодарить за то, что были на вебинаре, за то, что принимаете участие в нашем проекте, за то, что помогаете нам реализовать данную технологию, за то, что несете информацию огромному количеству людей, окружающих вас. Не все вам верят. Я вам желаю стойкости. Упорство, да, веры в то, что это мы реализуем уже в ближайшее время. Здоровья, любви и денег. Ну и до новых встреч на вебинаре. Завтра у нас будет 17 часов вебинар по личному кабинету. Как выясняется, огромное количество людей, причем лидеров, структур, у которых там идет вознаграждение и так далее, нифига не знают, что у нас и где находится в личном кабинете. То есть они каждый раз, когда им рассказывают, что это есть там, они удивляются. Вах! Вау! Неужели у нас такое есть? Я говорю, а вы когда последний раз туда заглядывали? Кроме, скажем так, кнопки вывести денежные средства. Поэтому, если у вас есть интерес, если вы не все знаете, если у вас есть какое-то количество партнеров, которые действительно не разобрались до конца, что где находится в личном кабинете, буду рад завтра с вами пообщаться. До новых встреч в эфире. Всем отличного вечера, ночи. Возможно, кто-то уже, скажем так, солнце село. У нас каждый день становится все длиннее и длиннее. Еще раз спасибо за внимание и до свидания.